Ну что, проверим, работает ли. Любил играть в игру. Если я из-за чего-то расстраивался, он начинал плести всякий бред о разных параллельных мирах, которые могут существовать. И такая штука при любой вообще безнадёге всегда находилась хотя бы пара других миров, где все еще хуже. Ты был прав, братишка. Как ты был прав. Он был придурок, но... Он был добрым. Как бы по-идиотски он ни поступал, он хотел как лучше. Он был как большой щенок. Вечно всех смешил. Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Не очень счастливый конец. Или счастливый. Зависит от того, что вас радует. Правда? Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Little Hope, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Thank you.
обмундирование всего это посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. О, а это что?